Ремонт в самом разгаре. Рабочие трудятся 24 часа в сутки, в три смены. Снизу опоры конструкции уже укрепили. Теперь перебрались наверх, перекладывают дорожное покрытие. Для прочности укладывают специальную сетку. Современные технологии сокращают время застывания нового бетона в десятки раз. Мы с 11 вечера полностью перекрываем движение, заливаем бетон. И вот у нас до утра, до 6 утра вот набирает определенную прочность. Так-то ему 28 дней надо, чтобы полностью встал. Но в связи с тем, что мы используем очень много качественных добавок, вот мы ускоряем этот процесс. Ход ремонта моста по улице Главной проверили депутаты Самарской городской думы. На выездном заседании Комитета по строительству и контрольного комитета особое внимание обратили на организацию дорожного движения. 4 июня проезд по мосту ограничен. В будние дни движение в город открыто с 6 до 11 и с 13 до 15 часов. Из города с 11 до 13 и с 15 до 23. Все равно это неудобство для граждан, для жителей. Но тем не менее все в рабочем режиме. Мы специально подошли пешком к мосту, посмотрели. За 15 минут до переключения пробка была не очень большая. И я так думаю, что все меры, которые были предприняты, это то есть и ремонт «Авроры», и перекресток промышленности, да, с «Авророй», южная обводная, изменение приоритета, все это сыграло свою роль. Жители тоже вроде успокоились уже и как бы привыкли к расписанию, привыкли к движению и транспорта, и в том числе и водного, и электричек. То есть, ну, за неделю все утихло. Нареканий у депутатов не возникло. Ремонт идет по графику и по технологиям. Материалы есть и пробки небольшие. По плану мост на Главной должен открыться в сентябре. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, ГИС «События».